Вышло в свет новое издание книги писателя-краеведа Алексея Гавриловича Чекачева «Русские на Индигирке». Книга посвящена интересному феномену, своеобразному заповеднику старинной русской культуры на крайнем севере жизни селения Русское Устье. Первое издание книги вышло небольшим тиражом в 1990 году под эгидой Академии наук. Новый историко-этнографический очерк дополняет первое издание. Книга вышла большим тиражом, дополненная яркими иллюстрациями и свежим очерком. Интересное предисловие к ней написал выдающийся русский писатель Валентин Распутин. Я поменял там словарь. Словарь был еще на момент, когда отец собирал 90-го года, потом он уже в 4-м году, работая в институте проблем малочисленных народов, он подготовил более полный словарь с предисловием, словарь диалектного языка. Вот он, поэтому как бы я поменял этот старый словарь на новый. И поэтому вот как бы книга, она немножко даже больше заиграла. Вот в этой новой книге собрано, можно сказать, мнение как Чекачева, как я говорил,